Всем тыквенный привет, с вами Дрим, и в сегодняшнем видосе у нас будет открытие кейсов на аккаунте подписчика, который он копил почти 2 года. У нас будут, как вы видите, 348 классических кейсов, также у нас будут премиум кейсы, ребят, и еще дополнительно у нас будут, конечно же, ящики припасов. И все это мы с вами откроем в сегодняшнем видосе. А также дополнительно мы с вами поговорим о новой халяве, которая появилась на регионе Ливия, вот такая вот халява. Здесь можно получать из кейса, из вот этого вот кейса, да, выполняя определенные миссии, бесплатные награды. Я вам просто быстро хотел показать, вот таким вот образом это выглядит. Вот здесь можно получить разные награды, видите, да, фрагменты купонов. Есть у нас даже, как видите, головной убор, парашютик. То есть, все это вы можете получить просто, если вы будете на регионе Ливия. Ничего сложного, поэтому даже не буду сильно, если честно, на этом, как говорится, останавливаться, да. Просто хотел вам показать тот самый кейс, о котором я говорил, в принципе, давно, когда мы с вами рассматривали именно вообще весь план того, что ожидается, на какие события, да, ожидаются именно вот, вот этот вот план. Мы с вами рассматривали график, да, что ожидается на регионе Ливия. Также здесь, как видите, есть еще и рамочка бесплатная дается за логин в игру, костюмчик, ну, в принципе, это мы уже с вами все обсуждали. Также здесь доступен премиум кейс, и мы с вами его будем тоже открывать. В общем, будет интересно, поэтому всем желаю приятного просмотра. Конечно же, для начала хотел бы всех вас поблагодарить за вашу поддержку. Вы, ну, супер-мега крутые, ребят. Спасибо за лайки, спасибо за комментарии. Наши войска растут просто не по дням, а по часам. Всем спасибо за подписку. Если вы вдруг не подписаны, обязательно подпишитесь, чтобы не пропускать самые свежие и интересные видосики. На этом мы с вами начинаем. Всем желаю приятного просмотра. Ну и давайте открывать. Для начала мы с вами откроем быстренько вот эти вот кейсики, которые тут завалялись, да. Так, ничего интересного, я вас понял. Также есть еще вот 5 таких кейсиков, хорошо. Так, просто для разминочки, вот нам еще один классический кейс упал, неплохо. Есть RP кейсы, сразу же открываем все. Ничего, к сожалению. Есть ящик с курочкой. Граффити. Так, что еще есть? Есть два вот таких вот кейса. Что тут у нас? О, костюм медведя можно отсюда выбить. Неплохо. А, здесь два было. Я один открыл, сорян. Сейчас откроем второй. Ничего, к сожалению. Также у нас есть BP кейсы. Давайте их все откроем. Почему нет? Чтобы тут не валялись. Открыли. Ну и в принципе, вроде бы это все. Да? Вроде бы все. А, вот, смотрите, давайте еще переработаем классический кейс. Теперь, давайте мы с вами переработаем отсюда 26 кейсов, потому что он уже открывал, подписчик уже открывал премиум кейс, ну, до гаранта, да, и поэтому он сказал, что можно, в принципе, открыть еще столько же, то есть он открыл 25, как вы знаете, у нас гарант теперь на 25, да, и можно открыть еще столько же, он очень сильно хочет отсюда УАЗ, как, в принципе, и все остальные, да, ребята, поэтому мы попытаемся с вами отсюда забрать ему УАЗ. Так, забираем отсюда 26 кейсиков, хорошо. Ну и погнали, начнем мы, конечно же, с ящиков припасов. Мы с вами затягивать долго не будем. Открывать мы с вами будем быстро, ребят. Само собой, потому что только таким образом их можно открывать. Так, у нас там было сколько? 8, да? Давайте быстренько откроем. Так, 7, 6. Неплохо, неплохо. 5, 4, 3, 2 и 1. Окей, а теперь десяточками. Погнали, А, нет, я что-то просчитался. На 2 кейсика. Ладно, сейчас их откроем потом. Так, временный костюмчик. Все временное. А, ВСС-ки постоянные, я понял. Временное. Интересно, упадет мифик или нет? Потому что кейсов очень много. Временный мифик. Есть у нас уже, хорошо. Гранатка. Спасибо. Гранатка это нам не мифика, как говорится, поэтому такое себе. Так, давайте откроем десяточку так, без пропуска. Быстренько. Ну-ка. Временная. А, опять временная. Снова же временная. Я понял. Продолжаем открывать без пропуска. То есть с пропуском. Так, ничего. Ничего. Опять ничего. Снова ничего. И опять ничего. Обожаю этот кейс просто. Как же долго его ребята копят. А в конце ничего не падает. Так, давайте сколько там у нас осталось их.
100, просто 200 кейсов улетели как ракета. Так, давайте быстренько эти 8 откроем. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, опять. Да, блин. А, нет, все правильно. Все правильно, ладно. Так, открываем еще десяточку. Давайте две с пропуском. То есть без пропуска откроем и посмотрим, может быть, все-таки без пропуска здесь сыпет, потому что с пропуском мы уже 200 с чем-то открыли и ничего. Но если будет такая же история, будем дальше открывать именно с пропуском. Как вы заметили, даже временные мифики упали там, ну, всего лишь два раза. То есть нету такой тенденции, что завалило нас хотя бы временными мификами. Ну давай. Окей. Я вас понял. Угу, понятно. Прекрасно. Идеально. Ну и давайте добьем уже с пропуском. О, мифическая голова, но, к сожалению, временная. Костюм. Только я сказал, что временные не падают. И вот посыпались. Я вас понял. Ну дай ты постоянный, ну. Дай постоянный мифик, пожалуйста. Осталось 10 кейсиков. Вот эти 10 кейсиков, давай. Опять временный. В общем, вы видели, какой дроп. Давайте забирать гаранты. У нас тут 11 гарантов. Может быть, отсюда что-то годное заберем. Так, костюмчик. Следующее. Костюмчик. Вау, костюмчик. Три костюма подряд. ВСС-ка, есть такое уже. Головной убор. С самого начала упал. Вам сказать, почему я ненавижу этот кейс? Просто... Вот сколько человек копил эти кейсы, и в конце... Да, многие мне говорили, Dream, после чего ты открыл кейсы, зайди, пожалуйста, и обменяй фрагменты купонов, вот, классических. Потому что здесь, смотрите, еще 11 кейсиков нам привалило. То есть у нас сейчас их сколько? Мы их сейчас с вами будем открывать. 361 классических кейсов. Нормально, нормально. Давайте один этот откроем. Пропустить. А теперь, опачки, мы ему прокачаем бесплатный РП. А теперь по десяточке, погнали. Первая десятка. Так, граффити. Я вас понял. Ну ладно, давайте теперь с пропуском попробуем. Опачки, Мосинка. Да, я каждый раз путаю Мосинку с коряком. Я каждый раз, когда ее выбивал, вот этот смертоносный сыр, мне говорили, Dream, это не коряк, это Мосинка. Мосинка, вот сейчас говорю, как есть, ребят. Мосинку забрали, хорошо. Так. Так. Нормально, головной убор. Ну пока с пропуском вроде бы хоть что-то сыпет. Опачки. Прикольный рюкзачок, Владыка Мрака. Нормально. Так, так. Опять эта голова, понял, давайте теперь без пропуска. Пару десяточек откроем. Погнали. Конечно же, ледничок не был бы лишним. Материалы, материалы всем нужны. Или у него вообще, может быть, нет ледника, я просто не проверял. Я видел, что у него есть эта эмочка, которая недавно была у нас, да, прокачиваемая. Поэтому даже не открывал инвентарь. Калашников. Идем дальше. Еще одна десяточка. Ну, как видите, без пропуска тоже вообще ничего не падает. Ну, пока что. Граффити. Помидорка. Спасибо. Костюмчик. Пиджачок. Ну, теперь давайте опять с пропуском пооткрываем. Так. Так. УЗИшка, точный компас. Прикольная УЗИшка, прикольно. Идем дальше. Окей. Опять эта голова упала. Уже третий раз. Так, значит надо... Давайте посмотрим, сколько у нас вообще осталось кейсиков. Просто прокачали до максимума, нормально. Так, 110. Давайте еще десяточку откроем так. И попробуем мою тактику галактику. Все-таки 200 кейсов улетело. А насыпало, ну, максимально мало. Так, сапожки. Я вас понял. Кстати, видел один видос в ТикТоке. Типа, как взломать
кейс. Давайте после чего мы попробуем тактику Галактикума и попробуем сделать этот взлом. Что-то я очень сильно в этом сомневаюсь, но почему нет? Давайте попробуем. Так, для начала раздеваем нашего персонажа. Так, даем ему ледничок в руки. Так. Далее, как вы знаете, мы открываем по одному. Пока нам не выпадет что-то годное. Пока не будет крутилочка вот эта, да? И после этого открываем две десятки без пропуска, две десятки с пропуском. И смотрим результат. Так, крутилки еще нет. Ну давай уже. О, а вот и крутилочка, граффити. Я вас понял, ладно, погнали. Так, десяточку без пропуска, две подряд. И потом две десяточки с пропуском. Посмотрим, что будет. И будет ли что-то. Граффити. Я понял, следующая десятка. И теперь две с пропуском после этого откроем. Давай. Ну давай хоть что-то годное. Костюмчик к головному убору, наконец-таки. А то нам три раза голова падала, а костюм не упал. Теперь забрали и костюм. И две десяточки с пропуском. Так, и... В общем, ничего. Ничего хорошего. Так, теперь давайте попробуем ту тактику. В чем она состоит? Она состоит в том, что ты нажимаешь ОК. А у тебя типа стреляет вверх. И ты нажимаешь вот здесь, типа, повторить, да? И не дожидаешься выстрела вот таким вот образом, типа. Но это не работает. Это не работает. Вот, я пытаюсь это сделать. То есть, ты должен нажимать оперативно вот здесь именно еще. Но он стреляет вверх. Это так не работает, молодой человек. Или, может быть, с пропуском это нужно делать? Давайте попробуем с пропуском, я не знаю. Типа вот так, с пропуском нажимать. Бесконечно, и должно упасть что-то годное. Окей, давай попробуем. Что-то не работает. ТикТок, как всегда, наврал. Вообще ничего не падает, ребят. У меня палец устал уже. Надо только клацать. Ну, будем клацать до победного. Как бы здесь кейсики еще есть. Ну, давай, хоть что-то. Хоть какой-то легендарный дроп, нет? Типа, легендарка должна остановиться. И она должно появиться у нас... на экране оповещение. Ребят, в общем, вы поняли, да? Ничего. Вот 50 кейсов я попробовал этой тактикой, галактикой. Ничего не упало. Так что не верьте тиктокам, ребят. Ну и, в принципе, по дропу такое себе. А, давайте откроем премиум кейс. Может быть, там все-таки нам повезет. Так, премиум кейс. Сколько у нас тут? 7 кейсиков. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Окей. И теперь по десяточке. Первая десятка. Ну-ка. Висюлька. Спасибо. Можно у вас, пожалуйста, хоть что-то годное, что было в этом открытии? Рюкзак. Тот самый рюкзак, который я очень-очень сильно хотел. Ну, хоть за рюкзак спасибо. Рюкзак очень прикольный. Блин, жаль, конечно. Я так рюкзак и не забрал, чтобы вы понимали, ребят. Так. Окей. Ну давай, последнее. Снова же граффити. Я вас понял. В общем, вот такое вот открытие. Да, мы набрали неплохо так легендарок, да? Насыпало нам чуть-чуть. Но все же, дроп такой себе, если честно. К сожалению, все очень даже плохо. Но огромное спасибо подписчику за то, что предоставил аккаунт. Вам говорю огромное спасибо, что посмотрели видос. Если он вам понравился, было интересным, поддержите его своим царским лайком. Также подписывайтесь, ребят. Ну а на этом, в принципе, все. С вами был Dream. Всем топ-1.